Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Раим, и мы продолжаем играть в игру Черепашки, Ниндзя, Легенды. И у нас турнир закончился. Забираем свой приз, а приз у нас довольно неплохой. Ну, во-первых, сюрики. А во-вторых, у нас 50 ДНК на Рокстеди классический. А это говорит о том, что мы сегодня его прокачаем еще на одну серебряную звездочку. Так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что ж, забираем здесь награду и переходим сразу в наш список. Вот он, друзья мои. И третью серебряную звезду он получает с превеликим удовольствием, и я очень за него рад. Так, мутагена хватает, так что... Да, друзья мои, очень тяжело прокачиваются эти персонажи, но у нас с тобой горячая картошка появляется. Рокстеди неуклюже жонглирует гранатами. Это массовая, ребята, атака, потому что написано «разрушитель». С вероятностью 10% вызывается постепенный урон на два хода. Вероятность 10% вызвать усиление блока. Вот так фокусы, друзья мои. Я в первый раз слышу, чтобы вот этот скилл мог вызвать постепенный урон на два хода плюс усиление блока. Это очень-очень шикарно, как по мне. Я даже, знаешь, что думаю? Наверное, прокачаем до второй ступени, пока есть такая возможность. Да, и вот здесь тоже мы прокачаем до четвертой ступени. Бок, а, рок в бок называется. Окей, пускай веселится. Так, у него 30 уровень, я думаю, можно поднять, наверное, до 35-го. Шик, а, 36-й даже. Ну, давай тогда 38-й. Замечательно, до 40-го уровня его прокачаем, если что. Ну, это будет немножко позже. Так, что у нас тут в магазине? Колодушка бесплатная, давай ее откроем. Ну, и ничего нам не достается, да? К сожалению. Ладно, так, задание. Пройдите серию испытаний. Я разве ее не прошел? Видимо, забыл. Запамятовал. Так, ну что, осколки. Давайте посмотрим, ребята. Вот, ну неужели? Смотри, у нас был Рокстеди классический. Теперь Бибоп классический. Ты знаешь, почему я очень рад этому? Потому что это самый тяжелый прокачиваемый персонаж, который у меня вообще есть. Ты посмотри. Сейчас тебе покажу. Вот он, он еще в бронзе до сих пор. Это единственный персонаж, который находится в бронзе. Елки-палки. Конечно же, если мы получим на него 50 ДНК, он у меня сразу перейдет в серебряную лигу. Поэтому здесь я очень сильно заинтересован. Фух, неужели пошли на поправку, да? Вначале Рокстеди, теперь Бибоп. Так, давай-ка мы еще кое-что с тобой посмотрим, что у нас за испытание на этой неделе. Ярость Рафа. Ну, что я тебе могу сказать? Видение, да, ролевой, классический, оригинальный и, конечно же, космос. Ну, я тебе могу сказать, что космос однозначно нужен. Классический вместе... Так, а, вот еще нужен будет ролевой и видение. А классика и оригинал у нас с тобой прокачаны на полную программу. Так что, и борцы с преступностью. Здесь у нас, друзья, кто будет? Ох ты, Пит. Наша обезьяна. И, конечно же, кожеголовый вместе со Слэшем. Это тоже мне нужно, ребят. Но я не знаю, каких персонажей мне здесь дадут. Давай глянем. Кисленькая, очень кисленькая. Я не знаю, сможем ли мы пройти этой командой, но попытаемся. Ну, а как ты знаешь, с начала недели мы с тобой идем в турнир и попробуем с тобой сделать небольшой буст. У меня очень большие проблемы, ребята, с деньгами, как ты видишь, да? 157 долларов, и также у меня очень мало откатов. Так, ну что, погнали, я думаю, да? Начнем вот, наверное, с Телмо. Сегодня у нас будет великолепный буст, я на это надеюсь. Простите, что долго не было, друзья мои, видосиков, работы. Накопились некоторые дела, которые мне пришлось делать. И к тому же был занят играми для второго своего канала. Так, ну что, погнали. Ну, с этими охламонами, я думаю, мы быстро разберемся. Дыч. Нет, не так быстро, как я думал. А ну-ка, жарька. Так, Леонардо не стал почему-то хиляться. Решил в атаку пойти. Его право, конечно же. Сейчас мы его тогда ушатаем. И Макмен. Можно было бы, конечно, и массовую атаку сделать. Донателло, да? Но не стали мы делать. Так, разберем. Ну что же, первая атака, первый бой у нас с тобой прошел великолепно, идеально. И мы будем продолжать в таком же духе с тобой. Ну все, 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 давай, загрузка, заканчивайся. Эй, что так долго-то?
Так, и мы с тобой перемещаемся на Воин 2 звезды, 77 место. Продолжаем дальше. Так, ну что, какие ставочки, ребята, делаем? Куда сегодня мы попадем с вами? В Сёгун или в Мастер? А? Вот и я не знаю. Ну, в Сёгун 3 звезды нам однозначно сегодня нужно попасть. Ну, минималка это 2 звезды. Раз, два, три. Вот, а там уже посмотрим, как у нас получится. Откаты я сегодня, наверное, трогать не буду. Потому что, ну, не стоит, ребят. Потому что, как минимум, 2 дня у нас с тобой будет идти именно такой вот буст. Сегодня и завтра. Хотя насчет завтра я не знаю, друзья мои. Завтра я опять выхожу на работу в ночную смену, поэтому сам прикинь, да? Приду, лягу спать, потом опять, короче, 2 рабочие смены. Но зато потом будет длинный выходной. Возможно, мы поиграем. Так, ну что, идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, сейчас посмотрим, мы перейдем с тобой на Воин 3 звезды, по идее, должны. Ну-ка. О, да. Перешли. И 90-е место. 90-е место, да, значит? Кстати, у нас с тобой монеты, 172 штуки, надо будет прикупить кое-что. Вот, возьмем с тобой Елену. У нее 11-12 кубков. Тут Ванюшка, да, Донателло. Так, Эйприл и Леофильм. Ну, ребят, согласитесь, мои 35-й уровень, их просто разорвут сейчас в клочья. 35-й уровень против 20-го, ну, сам понимаешь. Жалко, что здесь нет массовых атак. Нет, есть у Леонардо. Ну, посмотрим. Слабая, слабая, ребят, атака. Так, Саблезуб. Давай. Кейси. Молодец. Своими битами неплохо поорудовал. Так, упала Эйприл. И, надеюсь, нет, Донни не упал. Да, Донни сам по себе такой, знаешь, довольно крепкий персонаж. Хоть и ботаник, но именно по защите он хорош. Тут уже не поспоришь. Мы сколько раз с тобой убеждались, да? Что во время атаки Усаги, когда бьет массовой атакой, и когда Леонардо, Донателло больше и чаще всех выживает. Так, ну что же, мы с тобой переходим. Да, мы переходим с тобой на элиту. 94 место. Неплохо пока двигаемся. Так, здесь у нас все одинаково. Я не хочу, ребят. Я хочу взять что-нибудь посолиднее. Например, 12-14. Ага. А они говорят, фигушки тебе, Рэй. Никаких тебе 12-14. Максимум, что тебе даем, это 12-13. Ну ладно, соглашаемся. Так, тут уже, как я смотрю, 25 уровень это максимальный. Для меня, в принципе, это ерунда. Раз, два, три, четыре. Мы уже с тобой до 40-х уровней добрались. Кстати, если мы с тобой наберем сейчас много мутагена, мы сможем на Рокстеди классического пропать до 40-го уровня. Я думаю, он это заслужил. Слишком долго он там ждал, терпел своего повышения. В общем, эти 2 недели довольно удачны, да? Сейчас еще бибопчик с тобой прокачаем до серебряного ранга. Но опять потом будет долгий-долгий перерыв. Потому что фиг его знает, когда будут испытания на него, чтобы дальше искать ДНК. Так, ну что ты сделал? Зачем ты это сделал? Давай-ка проверим. Тиндеринь-деринь-деринь. Он, кстати, не только граната, он еще там оружие, по-моему, жонглировал. Так, этот решил хильнуть. Ладно, фиг с ним. Хиллер фигов. На. Корейка стоит плотно на ногах. Так, а этот еще ускорение делал. Зачем, морозильная кошка? Ну зачем ты теряешь только и мое, и свое время? Отдуплись и все. Эти вдвоем синхронно танцуют. Ну, ты сам все прекрасно видел. Тут уже, как говорится, без слов, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, мы уже в элите. Я думаю, сейчас в элиту 3 звезды, наверное. Ой, 3, 2 звезды занырнем. Нет. Не хватило нам, друзья. Чуть-чуть не хватило. Ну что же, не будем расстраиваться, берем тогда с вами Артура. Так, у него бронза, серебро и один золотой персонаж. В общем, ты прекрасно понимаешь, да? Что сейчас будет крупный разбор полетов. У него серебро, а у меня все уже, как говорится, в золоте. Почти все. Ну что, давай вот с этого начнем. На тебе. Так. Ой-ой-ой, я хотел не это, ребят. Я хотел массовую атаку бомбануть. Нечаянно не дотянул мышкой. Ладно, думаю, и так справимся. А ну-ка, Донни.
Нет, все доники слабые в атаке. В защите, да, неплохие. По атаке отстают. Так, ну что, ой, провокацию взял. Надо же, а я вот так вот сделаю. Отлично, это у нас месть, друзья мои. Она лишней не будет в данной ситуации. Так, минус Лео. Давай-ка вот так сделаем с тобой защиту дополнительную на нас. Повесим, чтобы мы были крепкими. Так, ну-ка пробьем. А так если? Замечательно, ну и остается один Донателло. Что он тут сделал? Да ничего. Мы его сейчас порвем. Все, друзья мои. Видишь, доктор Роквелл как в ладушке там хлопает. Так, ну что, мы переходим на следующий бой. И я думаю, переходим еще на элиту 2 звезды. Ну-ка. Да. И позиция у нас 60-я. То есть еще один бой, и мы перейдем с тобой на элиту 3 звезды. А там же и самураи будут. Так, 12-14. Давай-ка что-нибудь посерьезнее мне. Вот, видишь, 13-15. Ведь хочет и может, когда попросишь. Так, ну что у нас здесь? Бибоп, Кейси Джон, Специлиций, Острозуб и Макмен Топотун. Сколько раз я уже говорил, да, что надо бы прокачать Макмена, и все время забываю. Ну что, Пиццелицей, будем начинать с массовых атак. Этот сплясал свой танец. Вначале гранату, конечно же, в первую очередь. И еще один баллончик типа гранаты. Ух, они рассыпались. Ну и Макман всех добивает своим ураганчиком. Все. Кстати, он ураган этот посылает. Ты видел, что в нем? Всякий мусор летит. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Не знаю, перейдем ли мы с тобой. Да, в принципе, должны на 3 звездочки сейчас уйти. Да, элита, 3 звезды и 69 место. Давай смотреть, кто тут у нас следующий. 13-15, Зои. Ну давай возьмем. Тут смотри, очень много бронзы. Раз, два. Два персонажа бронзы и остальное серебро. И уровень причем 33-й это максимальный. Леонардо в бронзе. Ну, соответственно, для моих серебряных это расплюнуть, разобрать их. Ну что, давай приступим. Хотелось бы, конечно, уже голубку сразу отправить со своей массовой атакой, но он у нас почему-то ходит самым последним. Так, ударчик был. Сейчас, наверное, кого-то минусанем с тобой. Может быть, даже двоих. Даже всех почти. Чё-то Шреддер меня порадовал сегодня. Ты видел, как он сделал? Он вызвал этих дурачков, Бибоба и Рокстеди, да, из другого измерения. Они прыгнули всем на голову и всех уничтожили, ну, кроме одного. Неплохо. То есть есть смысл, ребята, прокачивать этот скилл по полной программе. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше и... Да, мы дошли с тобой до самураев. 94-я позиция. Поехали. Так, 13-16. Абсолютно все одинаковое. Дайте мне тогда 13-17, что ли. Не хотят. Нет, конечно, можно и долго здесь, ребята, вот так вот теребунькать, и рано или поздно они дадут тебе. Ох, 14-17. Слушай, шикарно. Симона это у нас. И мы с тобой. Так, уровень, я смотрю, уже 41 здесь. Слушай, ну мне кажется, для нас это ничего страшного, да? У нас с тобой 45-е. Есть небольшая доля опасности, потому что если у него даже 41, а у нас 46, без прокачки скиллов, мы с тобой сдуемся. Так что надо действовать аккуратно. Так, вешает. Понятно, ребят, иммунитет в первую очередь. Так, поджога. Отлично. Блин, как я хочу, чтобы у Слэша была вот эта массовая атака. Кручение это. Ну-ка, пробьет, нет? Пробил Слэша. Так, дальше-то что? Давай попробуем. Ну, поджог сработает, но постепенно урона не повесим. Так, ну что, бомбани хорошенько. Отлично. Остается Макмен. Ой-ой-ой. И Микеланджело. Блин, бомбочку бросает. Слушай, ну это ерунда. Все, Макмену крышка. И остается один Микеланджело. Сейчас мы с ним разберемся. Все, друзья мои, а что тут скажешь?
разбомбили и не поморщились. Так что двигаемся с тобой дальше и посмотрим. Сейчас мы, кстати, перейдем с тобой на самурай 2 звезды. Хотя вряд ли. В самураях уже будет довольно медленно идти прогресс. Да, вряд ли. Ну что, ребята, 26-я позиция. Вот после этого боя мы с тобой обязательно перейдем. Так, 14-17, да, у нас здесь. Ну, давай я возьму Амену. Так уж и быть. 43-й, 44-й уровень. Поехали. Вперед, как говорится, и с песней. Так, что нам тут? Алапекс. Ну, этот, как всегда, ребята, танец на усиление атаки. Этот на ускорение делает Мондагека. Это плохо, кстати. Сейчас еще и хиляется. Ты прикинь, за какие-то там два хода он пробафался по полной программе. А как мне теперь с пробафанными чуваками тут сражаться? Объясни-ка мне. Нет, 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 парень, ты что делаешь? Ой! Все, друзья мои, Алапекс. Ну, она ватная была. Всю жизнь я это говорил, что она ватная. Слушай, я просто здесь, знаешь что? Какой косяк сделал? Мне надо было здесь кого-то посерьезнее взять одного. Ты видишь, 43 уровень меня тут разминает только шорох. Вообще в корень. Ох-хо-хо, да. И пошел, да, без хила, без всего. Молодец, красавчик. Ну что, теряем мы с тобой, скорее всего, Донателло. Угу. Как бы тут всех не потерять. Ну-ка. Так, Донни держится. Очень, очень паршиво, ребят. Да это звонок, точнее, не звонок, а смс-ка меня сбила просто с толку. Посмотрел на мобильник и забыл поменять команду. Так, ладно. Ну, Мондагека, конечно, тут уже все, ребят, довыплясывался. Но двух бойцов потеряли. Естественно, мы с тобой очень много потеряли по кубкам. И, соответственно, по рангу мы тоже с тобой очень много потеряли. Обидно. Так, а как же нам с тобой тогда наверстать вот это вот упущенное? Я не знаю. Самурай 2 звезды, 98-я позиция. А должна быть где-то 70-я, 75-я. Если бы прошли с тобой все идеально. Так, ну что, 14-18, это у нас Егор. Бойцов у меня, смотрю, с каждым ходом все меньше, меньше, меньше. Так, здесь я уже не буду рисковать. Возьмем Змейка Вьюна. Манал я вот эти вот разборы полетов, где нас вечно наказывают. Ну что, Змейка Вьюна, давай начнем. А, вот даже как. Ну тогда, Майки, давай танец. На атаку. Змейка Вьюн пошел. Ух, шикарно. Добьешь? Красавчик. Я только сейчас увидел, что у Леонардо ролевого сзади на этом, как его звать-то, на плаще какой-то рисунок изображен. Причем какой-то детский. Что у него там было нарисовано? Черепашка или олененок какой-то? Не разглядел. Так, ладно, двигаемся дальше. Здесь у нас 14-17. А давайте мне 14-18. Вот. Это у нас Марк. Марк расщедрился. Так, Эйприл, Крип, Рафаэль, Майки. И возьмем сюда мы Железноголову. Я думаю, что этого вполне будет достаточно, чтобы всех тут размочить и уничтожить. Ну-ка, проверим. Изикатка. Тин-тин-тин, там Рафаэль. Тут Рафаэль как-то выглядит слишком дружелюбно, да? Он более-менее злым выглядит, когда берет скилл холодильник. Вот тогда он, да, там выглядит более-менее таким злым. А тут что-то он слишком веселый, танцует еще. Еще бы песенки бы пел бы. Так, ну что, самурай 3 звезды. Друзья мои, сёгуны. Сёгуны на хвосте. Так что будем стараться их получить сегодня. 14-18. Это Мигель или Михаил? Я возьму Михаила. Лучше с нашим соотечественником драться, да? Есть шанс, что он себя увидит. Так, и здесь я, наверное, возьму Армагона. Можно было бы взять и Зэка. Этого, в принципе, должно было бы хватить.
Но захотелось мне Армаглушу. Так, изикатка ведь, так? Ну, конечно же, кто устоит против этого удара? Причем я его немножко еще прокачал, если ты не успел заметить. У него уровень уже ближе к 90-му. Так, ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, давай мне где-то 40-ю позицию. Во, 41-я, отлично. Так, здесь опять 14-18. Дайте мне 14-19. О, 15-19. Это Парис. Ну что же, 1, 2, 3, 4. Кого возьмем с ними, ребят? Я думаю, что надо брать серьезного, да? И это, блин, 49-48. Нет, я возьму Усаги. Потому что, смотри, мы практически по уровню сравнялись с моими слабыми персонажами. Естественно, без поддержки я их сюда брать не буду. Усаги их вырубит, это однозначно. Кого-то, может быть, сразу вырубит, кого-то постепенным уроном, но он справится здесь. Все. Эти, главное, что отыграли свою роль, да? У нас еще есть из имбовых, это Лео. Майки, кстати, можно будет потратить в ближайшее время. От него все равно толку никакого не будет. Так, двигаемся. И Сёгуны. И местечко у нас 92-е. Да, немножко гложет меня, конечно, что мы с тобой там немножко сфейлились. Двоих персонажей просто потеряли. Так, они не хотят мне дать, да? 15-20. Не дают. Дают 15-19. Ладно, фиг с ним. Давай возьмем, наверное, с тобой Артемка. Так, и 1, 2, 3, 4 последнего кто? Да нет, нет, не ты. Бакстер взять. Бакстер ходит последним, понимаешь? Он будет ходить последним. Эти могут нас разобрать, пока до него дойдет очередь. Хотя по инициативе он должен переплюнуть их всех. Ну что, давай, Лео, вали всех. Тут даже, ребята, можно было бы не смотреть. Тут 100-процентная победа была бы. Тем более идеальные. Двигаемся дальше и смотрим, на какое место мы сейчас. А какое место, ребята? Мы навряд ли перелетим сейчас. Где-то будет 40-я, 54-я, вот так вот. 48-я даже. Окей. Опять 15-19. Ну, давайте уже 16-20 тогда уж. О, 15-20. Так, возьмем, наверное, Алина Елена. Ну, ага, нет, это я не буду брать. Я возьму Александру. Я не хочу брать просто там, где у нас очень много майки. Там аж две штуки их. Ну что, слушай, мы справимся? Вот в чем вопрос. Нахапал тут команду, давай вот так, наверное, сделаем лучше. Змея Карай, ну, есть у нее, конечно, массовый крик. Да, крик души. Ага, уклоняшка. Ну, посмотрим, поможет ли она нам. По идее, должна. Бросаем бомбочку, может, кого-то замедлим. Всех. Крик души от Змеи Карай. Минус двоечку сделали, стандартную. Так, можно было бы, конечно, массовую атаку сделать. Ну-ка, бросай гранацию. Минус и минус. Ну что, ребята, отлично. Отлично получается, двигаемся. Далее. Сёгун 3 звезды. Но вряд ли у меня хватит. Вряд ли у меня хватит персонажей перейти на этот ранг. Но хотелось бы, конечно. Твою ж налево. Чуть-чуть не хватило, чтобы в Сёгуне 2 звезды оказаться, а? Ты посмотри. Вы издеваетесь, опять 15-19. Вот, 15-20. Я же говорю, что они могут это сделать. Берем Рафа. Раз, два. Раз, два, три. Четыре. Ну слушай, 70-е уровни уже. Против 50-х. Опять же, у нас не прокачанный, ни шиша. Хотя вру, Рафаэль-то чего стоит? Он у нас прокачанный. Давай возьмем провокацию, фиг с ним. Пускай, ребята, они бьют его. Ну и, соответственно, будут сейчас получать по щам. Так, ну-ка, паукус.
И последний остается. Ой, что ты делаешь, родной? Ты же последний. Куда ты в инвиста ныряешь? Мы же тебя видим. На. Нейтрализатор, да. Даже не спросил, просто взял и выстрелил. Вот и все. Ну что, теперь, как ты понимаешь, мы переходим уже на Сёгун 2 звезды. До 3 мы сегодня не дойдем, к сожалению. Местечко у нас 61. Хотя подожди. Ну это если только откаты тратить. Так, Ланса 16-21. Не получится. Хотя у нас еще один бой с тобой будет. Придется, ребята, воспользоваться двумя откатами, потому что ты видел, сколько персонажей у нас с тобой осталось неиспользованных. Так, давай массовую атаку. Отлично, тигриный коготь, у тебя получилось теперь вот это. Это, я думаю, добивочный будет. Тыкс, все. И смотрим, куда мы с тобой сейчас перейдем. Если будет где-то 30-20 позиция, то, соответственно, мы с тобой до Сёгуна 3 звезды доберемся. Потому что еще один бой у нас впереди наклевывается. Ну-ка, 19 место, да, друзья мои? Так, ну здесь возьмем кого-нибудь пожирнее. Так, может быть, даже дадут 16-21. Есть. Это Эхсон. Как тяжело выговаривать. Эхсон. Эриксон лучше. Так, и вот этих вот троих. Точно у нас тут с тобой все отыграно? Как в прошлый раз, помнишь, мы с тобой глянули, а там, оказывается, кто-то был отстающим звеном. Кого-то я там не взял. Ну, а теперь, как ты видишь, всех. Всех мы с тобой отыграем. Лео, давай вертушку. А, Усаги, конечно же. Усаги ходит первым. Так, крутит-вертит. Рафаэль выжил. Но это ненадолго. Ну вот, друзья мои. Как говорится, недельку мы с тобой открыли. Не очень, конечно, удачно получилось в плане буста. Но все равно мы с тобой попадаем в Лигу Сёгунов 3 звезды. И нас отсюда, естественно, еще сбросят. Как минимум до самураев. А местечко какое? 78. Так, 78 у нас сколько с тобой? 14 тысяч с половиной мутагена. Я хотел... 3 уровня остается Армагону до 90. Так, секунду. Кого я хотел? А, классического, да? Где он у нас классический? Вот он. До 40 уровня. Все. Отлично. Сплясал и хватит. Так, пройти серию испытаний. Пойдем пробежимся с тобой. Я просто должен забрать весь ревард. Ну и буквально, наверное, через пару, может быть, через парочку дней, через тройку дней пойдем с тобой, пройдем смятение. Правда, друзья мои, я не знаю, зачем нам его проходить. У нас вроде бы все персонажи есть, которых мы можем с тобой здесь заработать, да? Кроме, по-моему, одного. Оригиналы у нас полностью получены. Классика. Кто-то в классике, по-моему. А, Донни, скорее всего, да. Донни классический у нас с тобой хандрит. Но это ненадолго. Так, первую волну прошли. Переходим с тобой на вторую. Так, 3 кланфута. Давай вот так вот сделаем свою вертушку. Не будем здесь на них заострять внимание. Упс. Недобитки. Ну, Майки, давай. Молодец, красавчик. Все, как говорится, у нас по красоте. Я получаю обратно весь ревард. Ну, а за кадром я уже, конечно же, пойду бить серебряные вместе с золотыми осколками. Они нам тоже будут нужны. Так, забираем здесь награды. Магазин еще, да, друзья мои, чуть не забыл в магазин сбегать. Так, здесь, как ты видишь, нам ничего не надо. А вот тут нам нужен вот этот парень. Ну что, как ты видишь, еще 15 ДНК нам нужно будет. То есть завтра мы еще с тобой возьмем 3 ДНК. Потому что хватает у нас с тобой монеточек. И все окей. Так, а по жетонам, ой, 105, этого мало, конечно. Ну, вроде бы пока и все. Да, друзья мои, пока все. Дальше я пойду уже за кадром бить осколки. А с вами мы увидимся уже в следующей серии. Так что всем удачи. И до новых скорых видосиков.